простреляны. Стоял Михаил Игоревич, проживающий город Мариуполь, Шевченко, проспект Шевченко. У меня улица Шевченко, настоящая разделение. Передача денежных средств в размере 8000 гривен. Да не важно, что Шевченко 10. Автомобиль ВАЗ расстрелян возле проходной завода «Завсталь». Судя по вещам, у меня есть женщина какая-то, возможно, мужчина. Найдены документы на имя мужчины. Внутри салона следы крови, тел нет, вероятно, людей забрала скорая помощь. И дети были. Ребенок. Ребенку 3 года. Behind this bar. Раненых были двое. Раненый был женщина и мужчина. Все, мы только подошли. Ну, вероятно, тут обстреляли машину. Мы слышали с Кирова. А это далеко? Ну, 2 километра. А, ну там был пост, там его бомбят. Да, то есть никаких свидетелей нет. Что тут произошло? Произошло без свидетелей. А, ну, а скорые видели хотя бы, что с людьми? Не видели, мы только сюда приехали, 2 минуты назад. А вон удочки стоят там, куда они подевались все? А вон он. Ну и все. Ну я спал вообще. И выстрелы не слышали? Не слышал. Ну жесть. Да понятно.